Государства встретили президент Сирии Башар Асад, министр обороны России Сергей Шойгу и командующий российской группировкой в Сирии Сергей Суровикин. Очень рад, что вы приехали. Для меня это очень важно. Выступая перед военнослужащими, Путин дал распоряжение приступить к выводу российской группировки войск в пункты постоянной дислокации. При этом Россия не отказывается от обязательств по поставке сирийскому правительству вооружений и военной техники, обучению военных специалистов. Также по-прежнему работают авиабаза Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения флота в Тартусе. Кроме этого, в Сирии продолжает работу российский центр по примирению. Товарищи! Самое главное для военного человека, и мы с вами это хорошо знаем, это защита своего отечества, своего народа. В этом не только смысл всей военной службы, но и всей жизни тех, кто посвятил себя служению своему народу. При этом свой основной экзамен на верность отчизне воин сдает именно в условиях боевых действий, сопряженных с огромным риском для жизни и здоровья. Здесь, в Сирии, вдали от родных рубежей, вы выполняете именно эту задачу. Защищаете нашу страну, потому что, помогая народу Сирии сохранять свою государственность, отбивать атаки террористов, вы наносите и нанесли сокрушительный удар, поражение тем, кто напрямую, нагло и открыто угрожал нашей стране. Мы никогда не забудем о жертвах и утратах, которые понесли в борьбе с террором и здесь, в Сирии, и у нас, в России. Но это не заставит нас сложить руки и отступить. Это вообще не в характере нашего народа. Напротив, это память даст нам дополнительные силы для искоренения того абсолютного зла, которым является терроризм, под какой бы личиной он ни прятался и не маскировался. Да, угроза террористических проявлений во всем мире еще очень высока. Однако задача борьбы с вооруженными бандами здесь, в Сирии, задача, которую необходимо было решать с помощью широкомасштабного применения вооруженных сил, в целом решена. Решена блестяще. Поздравляю вас. Наши вооруженные силы, предприятия оборонно-промышленного комплекса показали растущую мощь российской армии и флота, высокую боеспособность частей и соединений. Летчики, моряки, силы спецопераций, разведка, военнослужащие органов управления и снабжения, военной полиции, медицинской службы, саперы, советники в боевых порядках сирийской армии проявили лучшие качества русского, российского солдата. Мужество, героизм, слаженность и решительность, блестящую выучку и профессионализм. Родина гордится вами. Убежден, вы всегда будете верно служить Отечеству, защищать и отстаивать наши национальные интересы, страну и ее граждан. Сирия сохранена как суверенное, независимое государство. В свои дома возвращаются беженцы. Созданы условия для политического урегулирования под эгидой Организации Объединенных Наций. В соответствии с международными соглашениями в Сирии продолжает работать российский центр по примирению враждующих сторон. Здесь созданы и на постоянной основе будут действовать два пункта базирования в Тартусе и здесь, в Хмеймиме. И если террористы вновь поднимут голову, то мы нанесем им такие удары, которых они пока и не видели. За два с небольшим года вооруженные силы России вместе с сирийской армией разгромили наиболее боеспособную группировку международных террористов. В этой связи мною принято решение
значительная часть российского воинского контингента, находящегося в Сирийской Арабской Республике, возвращается домой, в Россию. Вы с победы возвращаетесь к своим родным очагам, к своим близким, родителям, женам, детям, друзьям. Министру обороны, начальнику генерального штаба приказываю приступить к выводу российской группировки войск в пункты их постоянной дислокации. Родина ждет вас, друзья. В добрый путь. Благодарю вас за службу. Прямо на аэродроме.